богов нашей необъятной Родины, Украины, еще и есть наши друзья, которые приезжают к нам на этот турнир. Я хочу сказать, что для меня это знаковый турнир. У меня с ним большие воспоминания, потому что все воспитанники Запорожской школы гандбола прошли через этот турнир. Но, конечно же, в этом году, я считаю, он особенный турнир, потому что мы играем в этом прекрасном зале, и вам повезло, очень сильно повезло. Я хочу сказать от имени Федерации, от себя лично, большое спасибо и Ивану Сергеевичу за то, что сделали вот такой лучший в Украине детско-спортивную школу, где есть лучшие залы присутствуют. Я знаю, что здесь не только зал для игровых видов спорта, есть и для борьбы. Я уверен, что рядом с такими руководителями, рядом с такими людьми, которые организовывают этот турнир, у нас есть будущее в нашей стране. И наше будущее – это в первую очередь. Поэтому мы стараемся для вас, мы должны стараться для нашей страны и для себя в первую очередь. Поэтому хочу вам пожелать, конечно же, побед, конечно же, побольше соревнований в таких залах. И главное, без травм. У вас большое будущее, вы находитесь в начале своей спортивной карьеры. Дай Бог, чтобы у вас все получилось.